Ну, конечно, отрицательно. Ну, как вы думаете? Ну, конечно, я прекрасно понимаю, что любой спектакль, любой артист может не нравиться. Это совершенно нормально. Я прекрасно осознаю, что я или мои там спектакли, в которых я участвую, могут очень многим людям не нравиться. Ну, конечно, я буду обескураженной, в ужасе, если кто-то придет и будет что-то там сдергивать декорации, что-то бросать, какие-то там пистолеты или... Я не знаю, что там, выходить на сцену во время спектакля или во время антракта и что-то срывать. Но мне кажется, что это, опять же, какие-то, все это, наверное, какая-то отдельная история. Безусловно, мне тоже может активно не понравиться какой-то спектакль, но самое большее, что я позволю себе сделать, это уйти с этого спектакля и иметь свое мнение по отношению к этому спектаклю. Ну, я никогда в жизни... не позволю себе, мне кажется, надеюсь на это очень сильно, ничего большего. И хотела бы, чтобы это, в общем, было как бы для всех так, потому что это, конечно, абсурд и глупость, и неправильно. И, ну, и я категорически отрицательно отношусь ко всем вот этим акциям. И даже если мне тоже будет не нравиться конкретный спектакль или там что-то еще. Я считаю, что это вот мы, например, были сейчас там в Русском музее с дочкой. Я зашла специально в зал современного искусства, там такое совсем современное. Ну, точнее, не совсем, но там уже такой поздний 20 век. И я прям зашла для того, чтобы убедиться, что мне вот это все активно не нравится. Вот прям активно не нравится. Ну, разумеется, я зашла прям как бы такой, как это называется, господи, ну, прям себя поиздеваться. Зашла, прям убедилась и ушла. Я понимала, что вот не надо было мне сюда заходить, потому что я зашла, и во мне прям неприятные какие-то зародились чувства, понимаете? Но, конечно, полное. Я вообще считаю, что это либо совершенно жестко, цинично спланированные акции для определенного пиара или для каких-то там действий мне неведомых, например. Ну, либо, на мой взгляд, эти все-таки занимаются люди не просто глубоко там, не знаю, невежественные, бескультурные, но просто еще отчасти больные. Ну, мне просто, мне трудно себе представить, как может, ну, среднестатистический обыватель, нормальный, с любым там утонченным чувством прекрасного прийти и начать какую-то публичную. Но мне кажется, это какой-то эксгибиционизм. Все равно это какая-то уже такая болезнь. То есть все-таки у человека не все в порядке, не все дома, что-то не в порядке. Или это циничный ход, проплаченный там кем-то, спонсируемый, или просто люди развлекаются и как бы за это получают деньги или бонусы в какой-нибудь фирме. Не знаю, но отрицательно, очень отрицательно я к этому отношусь.